Стоит ли работать модератором чужих каналов на сайте Headhunter требуется и лучше на завод? Нет, стоит. Смотрите, модераторам всегда стоит, потому что вы, смотрите, модераторам всегда стоит, опять же, для того, чтобы вы прокачаете свои скиллы. Это раз. А во-вторых, у вас вполне себе, вот давайте я вам покажу воронку, как она работает у меня. Да? Ко мне приходит человек. Вот недавно на канале Бутик Идей есть аудит канала про пионы. Крутой канал, вот его можно вырастить, да, он прям там такие ведущие забавные, там пам-пам-пам, такие привет, ля-ля, там, ну там прям живые ведущие, да, на канале. И они приходят ко мне, я им провожу аудит канала за 3000 рублей 15 минут, потому что это был тысячный заказ. Я им даю бонус, да, я говорю, давайте я вам 5 обложек бонусом на ваш канал, да? Что это значит, то есть, да? И потом они же приходят, а мы хотим упаковку, а мы хотим это, а мы хотим это, а мы хотим это. И я вот сейчас знаю, что мы с ними сработаемся, там, у нас там будет заказ на ведение канала, на продвижение канала, там, да, на оформление канала полностью. Казалось бы, простой аудит, сразу раз, ну, это мне интересная тема. Ну, тема цветов, она очень яркая, да, потому что можно, ну, одно дело, когда делать канал про цветы, про пионы, про цветы, которые ты любишь, да, вот, оно, ну, интересно, да, и там тоже можно поработать с модератором для того, чтобы понять, потому что вы должны портфель себе набирать, да, тогда будет хорошо. Ну, или на завод. На завод тоже вариант. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.